Всем привет, друзья! Сейчас я вам расскажу, как найти шлем под названием «Светящийся плавник». Это очень интересный шлем, так как он поможет вам в том, что вы можете плавать под водой без боязни утонуть, и вы можете видеть в темноте. Что еще дает этот шлем, то что вы можете его продать очень дорого, и при том, что это первый уровень. То есть первый уровень игры, я только начал играть, и у меня первый, как бы вот, с первым уровнем удастся это сделать. Не будем долго томить, погнали. Покажу, где на карте он находится. Я нахожусь у Анвила, то есть Анвил, и идем вот на этот небольшой островок. Итак, друзья, мы пришли, вот, находимся на этом острове, островке, да, небольшом. Теперь нам нужно, как бы, найти его в этой области. Вот здесь он находится, я покажу. И вот сюда заплываем. А вот и этот шлем. Сразу заходим, одеваем его. Так, нужно перейти. Вот он. Так, как я и говорил, он называется светящийся плавник. Еще он дополнительно дает обнаружение жизни 20 футов. То есть вы можете... Теперь не бояться то, что у вас закончится дыхание под водой. И так далее. То есть это очень годный шлем для начала игры, особенно как бы если вы только-только начали. В принципе, на этом все. То есть смотрим, вот он шлем, светящийся плавник. Он стоит бешеных бабок. Так что одеваем и можем видеть в темноте и спокойно плавать под водой. Если вас не устраивает, в принципе, такое зрение, просто снимайте его, а когда нужно будет лезть в воду, тогда одевайте. Ну, это уже сами решите. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч.